Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Holy Play, первый сервер. Муник не здесь, короче, Муник, Кирилл Красава. С моей снова все в порядке, Кирилл Путбул, весь с ним все в порядке, пацаны, если что. Итак, по названию ролика, возможно, догадались, я давно хотел взять такой видос. Такие, знаете, плюсы и минусы ВЧ, стоит ли сюда идти, как попасть на большой ранг и так далее. Итак, сегодня я вам расскажу, как я сюда попал, каким образом, как я попал на шестой ранг и, в принципе, так далее. Сейчас у нас какая-то РПшка будет, я еду на военную базу, захват моста сейчас южного, поэтому я объехал через второй выезд. Чё? Тут же что и бан дал Иван за НРП-езду. Чё? Строй беговым всем. Сейчас я напишу... Напишу, кто хочет в дотс попасть. Просто реально, мы не хотим... Не хочу лидера тоже подводить, потому что... Понимаете, сейчас онлайн вот такой вот, и я написал... Я, короче, написал, кто хочет в дотс попасть, то, типа, давайте все строй на плацу. Я, кстати, только что память закончилась. Неожиданный поворот. Кстати, кто не смотрел серию «Помощь рыжикам», если посмотрите, наверное, из этого не память закончится, потому что серия больше на 30 минут, но она очень полезная, познавательная. Поэтому посмотрите ее обязательно от начала до конца. И напомню, кто хочет быть спонсором в том, чтобы я помогал рыжикам и так далее, подробно об этом вы можете, в принципе, узнать в видео, какое я снимал. То есть «Помощь рыжикам», я вот недавно его снимал, можете посмотреть, там все поймете. То есть вы будете спонсировать, вы будете, может, со мной, если хотите, либо без меня, то я буду ездить и помогать рыжикам там. На... как его... Блять, на ферму, на шахту и так далее. Все это будет записываться, и все до копеечки будет уходить, если что. Я вам просто напоминаю, это по желанию, если что. Я никого не заставляю. Кто хочет, пишите мне в ВК. Там 50 тысяч дадите, 100 тысяч. Если будет мало денег, там... Там... Я думаю, минимум это надо 300 тысяч, чтобы серию снять. Как бы, если у вас будет несколько, то там один 50 тысяч даст, другой 100 тысяч, другой там 200 тысяч и так далее. Все деньги будут уходить именно на эту вот такую рубрику. Если, конечно, вам нравится и вы хотите, чтобы она выходила почаще. А так я буду сам, в принципе, с помощью Payday фармить бабло. Кстати, об этом я сегодня расскажу. Итак, я попал на ВЧ1 как? Смотрите, я купил через донат военный билет, пацаны. Всем, кстати, советую, кто, у кого есть возможность, пацаны, просто задонатьте 100 рублей и купите себе этот сраный военный билет. Где он, кстати? Вот, военный билет, он стоит 100 рублей. Зачем? И вам, кстати, нужен 7 уровень для того, что я сделал здесь. У меня сейчас 9, короче. Качайте до 7 уровня, покупайте за 100 рублей билет этот, в принципе. И пишите на форум в раздел, ну, первый сервер, там, раздел военные силы, первая военная часть, короче. Пишите туда, и там есть... тема по контракту. Вы пишите туда, кидайте то, что у вас статистика, что у вас 7 уровень, что у вас законка нормальная, что у вас нету наркотиков, скиньте, что у вас нету штрафов, паспорт и так далее. Ну все вы там, в принципе, можете узнать, я так делал. И вас просто принимают на 5 ранг сразу. И вы получаете зарплату 14 тысяч, пацаны. Ну это при X2 14 тысяч, если что. Это при X2. 14 тысяч вы будете получать, понимаете? Вообще изи бабки. И здесь вы можете качаться. Что нужно для шестого? Нужно привести 15 раз привести, по-моему, металл, если я не ошибаюсь. 15 раз привести металл, короче. И... Ну и все, по-моему. А, ну 15 раз привести металл и, по-моему, 5 раз привести патроны. Либо по госкам, я не помню. А, не, на склад надо 5 раз, по-моему. Ну, на форуме все это тоже подробно написано, если что. На форуме это тоже все подробно написано. И знаете, что я забыл? Заправиться. Сейчас быстренько заправимся. На форуме это все как бы написано, если что. Все там подробно расписано, написано. И
вас принимают, короче, на 5 раундах, вы там возите, скрините просто, чтобы вот привезли, там столько-то, столько-то, кидайте скрин на форум для повышения, и все, вас на 6 ранг повышают сразу же. Насчет 7 ранга, я не знаю, пацаны, я сам до сих пор не добился 7 ранга, понимаете? Я не знаю, как туда попасть вообще на майора, вроде это майора звание называется, 7 ранг, хера себе пожарчик. И я до сих пор туда не попал, в принципе, но мне и на 6 ранге нормально. У меня зарплата на 6 ранге 16 тысяч. Это при X2. Без X2 это будет 8 тысяч. Я считаю, довольно-таки неплохо. Но тут есть один прикол с зарплатой, короче. Какой? Вам нужно возить патроны. Куда? В ДПС надо привезти 10 ящиков. Потом в ППС 10 ящиков. И в ФСБ 10 ящиков. И только тогда всем дадут зарплату. Серьезно, только так все дадут зарплату. Если не будете возить ящики, соответственно, зарплаты не будет. Нужно именно завести в 3 фракции. По 10 ящиков, только тогда вам дадут зарплату, понимаете? Как можно хитрить? В принципе, расскажу вам, как я делал недавно, допустим, даже. Но это делал не специально, в принципе, просто, ну, так получилось. Короче, патроны нужно возить с 10 утра до 10 вечера. То есть... После 10 вечера и до 10 утра ПД приходит автоматически, и вам не нужно ничего возить. То есть, вы ставите комп на ночь, и у вас бабочки капают. Но 4 часа, по-моему, там, в 4.05 перезагружается сервер. Поэтому вы сможете фармить, если вы там не заведете себе будильник там и так далее. Вы сможете фармить бабки до 4 утра по МСК. В принципе, потому что сервер перезагрузится, и вас запросит пароль. Потом время актуализации закончится, и просто в сервер закроется соединение, и все. Вы бабки никак не сможете фармить. Поэтому с 10 вечера, ну ночи, не вечера, с 10 вечера до 10 утра можете фармить бабло реально. Можете просто фармить бабло. Я так накопил 300 тысяч, в принципе, за ночь, то есть получается. Ну я за ночь где-то, пацаны, вот накопил... Где-то, ну, 1200 почти, серьезно, я 1200 накопил. У меня 16 тысяч зарплата, то есть 10 ПДФ, пацаны, это почти 200 тысяч. Чтобы вы понимали. Поэтому, блин, не пропустите свой шанс. Возить патроны вот на этой машине нужно. Просто на этой тачке возите патроны и все. Загружать их можно на шахте, там команда пишется. Потом приезжайте до склада и выгружаете, просто выгружаете. И все. Я вам даже могу сейчас это продемонстрировать, если вы хотите. В принципе, сейчас я вам это покажу. Как это все делается, просто покажу вам, как пример. Давайте я поставлю свой мустанг здесь. И возьмем просто, привезем металла. Я вам покажу, как это работает. Просто, чтобы вы знали. Но вот эти грузовики, кстати, доступны, если вы придете сюда с первого ранга. То вы сможете не забор открыть, не взять эту машину. Сможете эту машину взять со второго ранга. Забор я не помню с какого ранга. Тоже, наверное, со второго или с третьего ранга забор открывать можно. Так что я советую вам лучше прокачаться до 7 уровня. Потому что сейчас тем более X2. И просто купить военный билет за 100 рублей, задонить. И все. Вы попадаете автоматически на 5 ранг. Ну, пишите заявку, в принципе, на форум вам одобряют. Потом пишите лидеру, там, там-то, там-то, типа, так-то, так-то, там, на форуме вы одобрили все дела, там, шуры-муры, короче, и все. Он вас автоматически, когда он делает набор, вы приезжаете, он вас хуяк на 5 ранг, все. Потом вы берете Урал и просто возите либо патроны, либо металл. Ну, надо и патроны, и металл возить, короче. Там, на форуме точно написано, сколько надо привезти, чего. А так, ну, я просто точно не помню. Серьезно, я точно не помню, поэтому я вам приблизительно сказал, ну приблизительно так надо, 15 тысяч металла надо привезти и 5, по-моему, заходов патронов еще нужно привезти, поэтому, пацаны, в принципе, здесь ничего трудного нету. Не, ну с патронами, да, есть, конечно, беда, лучше с кем-то возить, потому что ПГ-шики могут напасть и забрать у вас все патроны. У меня такое, кстати, было. Наполнено у меня 3 ОПГшника. Я одного, по-моему, убил, а 2 меня замочили, короче. Смотрите, вот. Подъезжайте, да, на шахту. Здесь вот пишется команда для вас. Вот. Для армии. Бу-у-мет. Бу-мет. Пишите команду, короче, и количество.
Да, за вас, за это вас будут снимать бабосы. Не спорю, не спорю. Я знаю. Я знаю. Сейчас поедем. Так, и вон, команда пишет, кстати, лучше сразу эту команду напишите, потому что я ее постоянно забывал. Вот. Пропишите ее просто, чтобы она потом у вас вылезла. Просто потом нажимайте, вот, возврат, все, эта команда есть у вас. Поэтому, просто загрузили, вот, металл и везете. И просто везете. Вот, все, вы заехали, в принципе. Дашь Мусан прокатиться, дам, чувак. В принципе, вот, заезжайте, сейчас подъезжаем до склада и пишите просто команду. И в чате даже написано, что вот вы привезли. Просто, вот сейчас я вам покажу. Вот, подъезжайте вот сюда, в принципе, и пишите вот эту команду. Все, видите, в чате пишется, просто пишите вот time, допустим, да, заскринили, и все. И каждый раз, когда так возите, просто скриньте, и все будет у вас заебись. Вот, склад я вам сейчас покажу. О, никого нету, да. Вот, склад есть. Вот количество, в принципе, металла показывает с патронов. Да, их дохуя, в принципе, да, но я помню, 10 тысяч привез, и их уже, блядь, сразу 10 минут уже не было. А, путь, тут, по-моему, патроны можно брать, что ли? Так, стоп. Можно патроны брать, серьезно? Деньги. Сейчас, стоп, патроны. Вот, патроны, да, допустим, давайте сделаем дигл. Дигл 300 патронов, а ну, путь-мед. Мы сможем патроны взять? Путь-мед 300. А, тут можно патроны ложить. Окей, я понял. Как бы тоже вы можете патроны брать. И вот, get мед. Смотрите, сейчас я посмотрю, у меня металла. Можно металл брать. А, ну я больше не могу взять. Короче, get мед это брать металл здесь можно. Вообще так, патроны нельзя брать. Вот здесь есть автомат. Пистолет это глимый, можно его даже не брать. Вот, можете АК брать. Можете как раз скиллы прокачивать. Но, по-моему, больше 3 рожков. То есть, больше 3 раза брать нельзя. И есть дубинка еще вот такая вот. Есть дубинка, короче. Если что. Также, смотрите, есть столовая. Есть столовая. Вы сюда будете попадать, когда вас убивают. То есть вы всегда будете спавниться не в больнице, как обычно, а именно здесь, в казарме. Не в каз... Это не казарма, это медпункт, можно сказать, в принципе. Вот здесь такой бункер, в принципе, вы сюда забегаете, и вот за этими контейнерами находится столовая. Ну, не столовая, медпункт, ну, короче, сейчас вы поймете. Здесь вы будете появляться. Здесь вы будете появляться, вот, допустим, у меня там убили, да, не дай бог. И вот здесь появляется, возле этой койки. Что вы делаете? Вы бежите сюда, забегаете, и здесь вы можете похавать. Сам лучше пополнять ХП, спасибо тем, кто писал, кстати, это, да. Это куриный суп. Берете куриный суп, все. Потом убегаете сюда и стоите в коридоре, обязательно стоите в коридоре. Потому что только здесь ХП пополняется. В этом кабинете ХП не пополняется. Оно не будет пополняться. Только здесь, либо здесь. Вроде бы как. А вот именно вон там, короче, вон там. Вот там не будет ничего пополняться, короче. Поэтому как-то так. Будете знать, короче. Ну, казарму, я думаю, нету смысла вам показывать. Насчет транспорта. Здесь есть УАЗики. Есть УАЗик, есть еще, кстати, БМВ. Вон она стоит. Но ее вам брать нельзя. Если кто-то увидит из девяток, либо лидера, вас сразу уволят просто. Поэтому в казино ходить запрещено, пацаны, если что. Оружие продавать также запрещено. Но я думаю, своим, в принципе, можно продавать. Я не знаю. Вроде бы можно. О, Коля Фантом. Привет. Также есть вертолеты. Я не знаю, он будет мне доступен или нет. Я, честно, не пробовал. И я думаю, мне нельзя его брать, но давайте я просто пробую завести даже. Мне интересно, просто я смогу его взять или нет все-таки. Просто хочу попробовать. Нет, я не могу его взять, видите, у вас нет лицензии на полеты. А, у меня просто лицензии нету. А так бы я мог его взять, наверное. А так у меня просто нет лицензии на полеты. Ну да ладно, ничего страшного, в принципе. Без проблем. No problem, короче. Бери. Давайте я все-таки вам казарму продемонстрирую. Думаю, ничего в этом не будет плохого. Кстати, вот здесь вы можете качать оружие. То есть скиллы свои качать. Вот скилл, допустим, пишу сейчас. Скилл. Точнее, my skill. Точно, my skill. Во-во-во, все. Я просто их покупал, эти скиллы, понимаете, поэтому...
Здорово, Киря. Так, фью. Короче, смотрите, здесь вы можете качать свое оружие. То есть, АК-47, вот. Это у меня фейк, у меня просто эффект стоит, это пиздец. Вот, просто можете здесь качать. Просто, вы видите, можете как стоять, просто и качаться. Качать свои скиллы просто вот так вот можете. Вот, допустим, там, не знаю, попросили бы там... Хотя можете... Ну, честно говоря, ночью этим надо заниматься, если что. Там можно побольше патронов взять, пока нету девяток там сети и так далее. Ну, конечно, я не советую это всем это делать, но есть... можно как бы прокачать скиллы, если что. Кири, снимаешь? Плюс, снимаю, плюс. Вот, можете так качаться просто. Калаша, калаш можете прокачивать, скиллы. Я не помню, сколько там выстрел надо, в принципе. Вот так постреляли, там, не знаю, выстрелили 500 патронов. Посмотрели, сколько у вас там добавилось. Обязательно надо с прицелом стрелять, по-моему. И да, привет. Коля Фантом, привет тебе. Если что, так, передал. Передал. Все, давайте теперь пробежимся по казарме, я вам покажу. Спросите у меня, стоит ли все-таки идти в армию. Я вам скажу, стоит. Стоит, короче, идти вам в армию, пацаны. Мне реально здесь очень нравится. Прям очень. Реально, не жалею, что я сюда пошел и уходить не хочу. И думаю, на основном тоже сюда вступить, в принципе, в армию. Потому что здесь реально круто. Вот казарма. Что вам нужно будет делать, когда вас примут на первый ранг, на пятый ранг? Это скачать АНК. Вы будете сдавать что? Вы будете сдавать сборку и разборку оружия АК-47. Вот именно на этом столе. Я хотел тогда записать видосик, но что-то потом передумал. Вот здесь вас поставят, строй, вы будете стоять. Когда собес сделают, и вас привезут вот сюда. Либо вы сами приедете. Вот здесь вы будете включить бинт и будете собирать оружие. И вас, по-моему, сразу потом на фран... ваша система будет повышать. Кстати, забыл, самое главное сказать. Если вы вступаете с первого ранга, то вас повышает автоматически каждый ПД система. 12 ПДев это плюс один ранг, если что. Так, на будущее. Но я бы советовал вам, пацаны, купить ВБ, прокачаться до 7 уровня. И просто, блин... И просто сейчас я пизюлей дам кому-то. И просто фармить бабусики, в принципе, на пятом ранге. Это, по-моему, кто у нас? Лейтенант, по-моему, да. Но на этом я буду заканчивать. В принципе, я вам рассказал все прелести данной фракции. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.